пар прилип дохлый рисунок. Ну, так нормально их тут собралось. На эмоциях это перепутала. Карпика. Прикольно, намахала удочку такую. Всем привет, ребят, меня зовут Катя Шеремет, это канал Катя Рыбалка. И сегодня я приехала на ночную рыбалку, на поплавок. А почему? А потому что я вам расскажу. Смотрите, все дело в этой посылочке. Мне пришли на обзор... Главное, нож, да, в руках? Мне пришли на обзор фонарики от комаров. Я еще их не видела, теперь раз открываю. А если на моем канале обзор, вы знаете, что будут подарки. Поэтому... Ох. Ну-ка. Короче, один такой. Сейчас буду разбираться. Килнекс фонарики называют. Другой. И вот еще один. Я уже видела их в интернете не раз, но сама еще не пользовалась. И вот такой третий какой-то. Сейчас, короче, разберем и все посмотрим. Чехольчик. И все. Какой-то вот такой вообще странный. Смотрите. Короче, я сегодня специально не буду мазаться никакими средствами от комаров, для того, чтобы реально честно вам протестить, работают они или нет. Вот я сейчас тут ними заставлюсь. Короче, походу, это солнечная батарея, но я сейчас почитаю. Потому что вот он загорелся, я его открыла, и, наверное, он начал как-то заряжаться. Второй у нас тоже с чехольчиком. Тоже с зарядкой. Второй вот такой. Вот. Его, наверное, можно повесить. Не показано далеко от детей держать. А мы вот так его поставим тут на скамеечке. Так, а третий похож. А, такой же, только больше похоже. Короче, сейчас я разберусь. И я знаю, что один из этих фонариков я подарю кому-то из вас. А для этого надо быть, конечно же, подписанным на мой канал. Любой комментарий под этим видео написать и поставить лайк этому видео. Погнали. Если все такие вещи, типа, лучше было бы тестить в палатке, зайти и посмотреть, если там комары. Но у меня будет реально такой вообще краш-тест. Я вот буду ловить без палатки и просто на своей скамеечке повключаю их. И посмотрим, съедят ли меня комары. Кстати, там я посмотрела, что в инструкции написано, что его можно топить. Он сейчас работать. А ну-ка. Где там кнопочка была включить? О, зажегся. Это режим именно фонариком, а сама лампа от комаров вот внутри. С этой штукой я тоже разобралась. Это здесь у него солнечные батареи. Он заряжается, ну, как бы, понятно, от солнца. Тут у него внизу фонарики работают. Хорошо светит, кстати. И это еще и пауэрбэнк. Надо закормить сейчас тут точку и закинуть удочки. То, что хочется поймать карасика или карпика на поплавок. Человека удочку утащила. Интересно, там с рыбой уходит? Ау, сошел, да? Вот так, а нас предупредили, что удочки тут нужно держать. Тем более эти лягусеньки, они 5-метровые, но в руках вообще не чувствуются. Эту реально надо тут стеречь. Ребят, помните тот комплект посуды, что мы с Лизой готовили? Ну вот я его еще прекрасно использую в таких целях. Свежего парика перекинула в холодильничек. А в кругленьком у меня червячки живут. Жалко, просто тут дырки делать. Ну когда они долго хранится, можно. Опять рано.
Карасик такой, смотрите. Просто только что, за минуту до этого, одна удочка почти улетела. Еле поймали ее. И это был обрыв, это был карп. И тут сразу такой, оп. Короче, это тоже карп. Ну, маленький просто, я перепутала, что карасик. Где ты там у нас? Скушал. Короче, я на эмоциях это перепутала. Карпика. А, смотрите, какое у него пузико набитое. Плотненько явно покушал. При кормочке. Ауч. Ну прикольно, намахал удочку такое. Ну. Короче, надо перевязать сейчас ту оборванную удочку и ловить дальше. Комары начали летать уже, меня еще никто не укусил, мы прилетели много раз, ждать я в принципе не хочу. Сначала включим просто от комаров, потом еще можно будет себе свет включить. А пока пусть будет так. И. И вот так. Красивенько. Ну одно применение фонарика точно нашли. Потому что у нас нет с собой этих... Ну, вы на камеру, блин, не увидите. Нет с собой светлячков. Ну, может, есть, но еще поищем. А вот так направили фонарик в сторону поплавков. Туда. И хорошо теперь видно. Комар прилип, дохлый уже сюда. Ну, так нормально их тут собралось. На большом еще больше. Значит, работает эта штука. И светит хорошо. Ребят, знаете, что я только что поняла? Что кому-то достанется бэушный фонарик с моими комарами. Уж я не знаю, как это надо достать. Я, конечно, попробую перед отправкой перевести в более товарный вид. Но... Помогу с комарами, кстати. Можете в комментах написать, с комарами отправлять или без. Ребят, обычно за Настей я рассказываю в конце видео, но я таки вставлю в конце видео. Просто эта рыбалка закончится тогда, когда будет очень темно. Сегодня есть Настей удочка Дайва Ниндзя, маховая, 5-метровая. Вот, очень красивая. Не знаю, нам это нравится. Максимально бюджетный набор, потому что катушки не надо, шнура не надо, кусочек лесочки, поплавочек. И кашу я купила в магазине за 45 гривен. Червяк опарыш. Ну, получается, по снастям все. Вот удочку можно чуть ближе показать. Офигенно легкая удочка. Вы еще сегодня в видео увидите просто ее в работе. Я надеюсь, что у нас будет рыба. Вот. А, и находимся мы на водоеме Рыбацкая Стрелка. Опять же, расскажу сейчас, потому что потом будет темно. Здесь довольно красиво. Маленький водоем такой в ложбинке находится. Вокруг леса, нет ветра, тишина. Спокойствие. Ну, как бы это не вся часть водоема, он еще туда уходит. Ребят, хочется сказать пару слов еще тем комментаторам, которые мне пишут, что я ловлю только на платниках. Ребят, я ловлю и на бесплатниках, и на диких водоемах. Просто есть одно маленькое но. Я очень люблю рыбалку. И я езжу на рыбалку тогда, когда у меня есть время. Но у меня еще есть работа. И чтобы постоянно ездить снимать на дикарях, нужно уезжать на 2-3 дня. Я себе этого позволить не могу, понимаете? Но в водоемах, которые находятся недалеко от моего дома, там в пределах 100 километров, я могу приехать на рыбалку на день, вот как сегодня, даже не на день, а на вечер, скажем так, на ночь. Часов до 12, до часу я смогу здесь побыть. Поэтому, когда мне YouTube будет приносить столько денег, что я смогу себе позволить более нигде не работать, тогда я буду колесить, хотите, хоть по всему миру. Короче, такая сегодня коротенькая рыбалка.
холодно стало. Вот. Рыба уже плохо клюет. Хорошо, хоть комары не достают. Так что фонарики тест прошли. Вот. Будем собираться, ехать домой. Всем спасибо. Ну, конечно же, ребят, пришло время узнать, кому достались бойлы. Кислая груша от Сисиму. Вот наше видео, да, рыбалка на флетфидер, обзор карпового питания Сисиму. Вот самые эти подарки. Вот они здесь. У нас 725 комментов. Да, я вообще, кстати, во Львове сейчас тут пытаюсь типа работать. Копируем ссылочку на видео. Вставляем в рандомайзер. Загружаем. Вот оно подтянулось, комменты грузятся. Мне нравится так работать. Очень сильно люблю Львов. Комменты грузятся, грузятся. Надеюсь, что победитель со мной быстро свяжется, и я пойду, успею отправить. Тогда погоди, сразу лайк. Роман Лосевич. Открываем в новой вкладке. Проверяем условия. Видео, каналы. Ничего не понятно. Не могу увидеть, подписался он или нет. Значит, выбираем другого. Я говорила, что для того, чтобы получить приз, нужно поставить лайк видео, написать комментарий и быть на меня подписанным. Но я должна эти условия проверить. К сожалению, у этого человека не было возможности проверить видео. И далее, по поводу того, как подарок получить, если вы выиграли. Я оставляю в описании под видео ссылочку на тот человек, который выиграл. И этот человек уже должен написать мне сам. Потому что я не могу написать на аккаунт в Ютубе. Написать мне можно в директе, в Инстаграме, на Фейсбуке. Либо у меня на канале есть почта указана моя в описании канала. Следующего. Поехали. Выбирает рандомайзер. Молодец, Катя, спасибо за видос. Александр Тимиров, а может быть Тимеров, прошу прощения, если неправильно назвала. Открываем его канал. Так, понравившееся, есть вот одно мое видео понравилось. Так, надо посмотреть все понравившиеся, раз у него они открыты. Так, так, так. Конкурс тут есть, ему понравилось. Вот еще мое видео. Так, а конкретно на том видео я не вижу лайка. Но оно здесь еще, может быть, где-то ниже. Так, ребят, у него очень много видео понравившихся. Я вижу, что есть лайки на моих видео. Поэтому я считаю этот пункт выполненным. Так, давайте посмотрим, что вообще есть у Александра. Как вернуться. Такой себе, да, из меня пользователь Ютуба. Уже канал у нее есть сейчас. А, подписки. Проверяем подписки. Подписан ли он на мой канал? Опять же, не вижу, так. Но подписку уже точно найду. Настя, здрасте. Флагман. Катя, рыбалка есть. Все, я поздравляю, Александр. Вы выиграли... Это моя панакота. Выиграли бойлы Сисимур. Пожалуйста, со мной свяжитесь. Всем удачи, ребята. И следующий конкурс ждите следующим обзором.